Друзья, всем привет, меня зовут Денис, это канал магазина Винкин. Сегодня у нас на обзоре аэролодка Винкин 380, собственно, с новым мотором от компании Ланчин в 30 сил. Особенность этого видео в том, что мы показываем вам нашу складную раму, которая складывается без потери прочности самой рамы, поэтому оперение у этой лодки перенесено вниз, что не повлияло на их ходовые качества. Лодка ровно идет, то есть ее не ложит влево-вправо. Далее в этом видео покажем, как она идет в одного, вдвоем и втроем. Все, погнали! Так, дорогие зрители, для вас делаем замеры на винте, заводим лодку. О, как будет дуть! Сейчас мы попробуем втроем сюда вместиться.